О, да, это тот самый момент, когда понимаешь, впереди тебя ждет по-настоящему крутой фильм. На самом деле мы даже не задумываемся, какое количество различных звуков окружает нас ежедневно. И речь сейчас идет не про пение птиц или какой-нибудь скрип дверей, а о тех звуках, которые пробуждают ассоциации и воспоминания. Конечно, это довольно индивидуальная штука, но все же есть звуки, которые знают абсолютно все. Готовы услышать их? Поехали! Конечно, вряд ли можно найти более популярные и узнаваемые звуки, чем те, с которых начинается работа на компьютере. Долгое время одной из самых популярных операционных систем оставалась Windows XP, и это при условии, что уже существовали многие другие. Именно поэтому та самая мелодия заставки знакома почти каждому. Ставь лайк, если пользовался XP. Увы, поддержка Windows XP корпорации Microsoft была прекращена 8 апреля 2014 года. Но звуки все равно навсегда останутся в нашей памяти. На смену XP пришла Windows Vista. Она получила обновленный дизайн и, само собой, обновленные звуки, включая мелодию при включении. Правда, такой же популярной, как XP, она все равно не стала, хотя определенно успела запомниться пользователям. Да, и с этой операционной системой пришлось попрощаться. Поддержка Windows Vista корпорации Microsoft была прекращена 11 апреля 2017 года. В нулевых финская компания Nokia доминировала на мировом рынке мобильных телефонов. Эти аппараты считались прочными и определенно стоили своих денег. Ну а мелодия, с которой включалась любая Nokia, способна вызвать острый приступ ностальгии практически у любого человека старше 15 лет. А эти медленно соединяющиеся руки. Эх! Ну ладно, поговорили про технику, но ведь есть и игры, звуки из которых знакомы каждому. И GTA San Andreas — отличный тому пример. Даже человек, который никогда в нее не играл, узнает эти мелодии и ощутит острое желание достать с полки тот самый пыльный диск. Ну а кто-нибудь знает, как вставлять диск в ноутбук без дисковода? Изначально Tetris был компьютерной игрой, изобретенной и разработанной советским программистом Алексеем Пожитновым. Первоначальные версии не имели музыкального сопровождения. Вообще, ну как-то было не до этого. Наиболее известная мелодия, ассоциирующаяся с Тетрисом, это русская песня «Коробейники». Эта мелодия использовалась как один из музыкальных треков в американской версии игры для компьютера и как главная тема игры в ее японском издании. Версия игры для Game Boy окончательно связала игру с мелодией, и она отложилась в памяти у миллионов людей. Пожалуй, если бы пришлось сделать топ самых эпичных мелодий заставок среди киностудий, Universal и 20 век Fox определенно бы поборолись за первое место. И еще неизвестно, кто бы выиграл. Впрочем, как бы там ни было, этот звук невозможно не узнать, а узнав, проигнорировать. Ведь дальше наверняка начнется что-то интересное. Тоже не знает знаменитую заставку и не менее знаменитую мелодию студии Walt Disney. За долгие годы картинка успела измениться, осовремениться и даже стать объемной, но эти звуки останутся в нашем сердце навсегда, потому что достаточно услышать их, чтобы понять, впереди ждет самая настоящая сказка от мастеров своего дела. Как и у многих крупных кинокомпаний, у Warner Bros. Entertainment есть своя собственная мелодия для логотипа. Узнаете ее? Правда, эти ребята очень любят стилизовать свое лого в зависимости от фильма, и тогда вы не услышите этой мелодии, например, в «Гарри Поттере» или «Константине». Что поделать? Искусство требует жертв.
Мультипликационная студия Metro-Goldwyn-Mayer была внутренним подразделением одноименной киностудии в Голливуде и отвечала за создание анимационных картин. В числе прочего, они придумали и долгие годы выпускали мультфильм про Тома и Джерри. И если классическая заставка с рычащим львом могла обойтись совсем без музыки, то начало приключений кота и мышонка просто невозможно с чем-то спутать. Веселая мелодия, обещающая яркую картинку, забавный сюжет и что еще нужно для счастья. Даже у Intel, производителя различных компьютерных компонентов, есть свой особенный звук. Вы, возможно, не слышали его во время работы за компьютером, но наверняка встречали в рекламе. И да, эту простенькую мелодию легко узнать, так что остается только поаплодировать человеку, который ее создал. Компания NVIDIA известна как создатель графических процессоров. Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, в сфере профессиональной визуализации и не только. Потому практически каждый, кто играл в какую-нибудь современную игру, наверняка сталкивался с их заставкой. Да, той самой заставкой, в которой название компании произносилось интригующим шепотом. Приставка Xbox от Microsoft довольно молодая относительно всех остальных игровых приставок. Впервые она поступила в продажу 15 ноября 2001 года, а уже в 2005-м ей на замену пришла Xbox 360. Довольно быстро. Всего в мире было продано более 84 миллионов экземпляров Xbox 360, а потому мы просто не могли не включить ее звук в наш сегодняшний список. Так сказать, для настоящих ценителей. Ну как, уже чувствуете ностальгию? На смену снятой с производства Xbox 360 пришел Xbox One, выпущенный 22 ноября 2013 года. Microsoft подтвердила, что она продала миллион консолей Xbox One в течение первых 24 часов после их появления. Приставка действительно была популярной и стала началом целой серии устройств. Так что добавим и ее звук. Ух, мурашки по коже. Раз уж мы заговорили о игровых приставках, нельзя обойти вниманием и PlayStation. Ее разработали в компании Sony Computer Entertainment. Релиз консоли состоялся 3 декабря 1994 года в Японии и немного позже в остальных странах. Приставка оказалась очень популярной, обеспечив Sony прорыв в игровой индустрии и любовь нескольких поколений фанатов. А пока кто-то готовится спорить о том, что лучше, PlayStation или Xbox, давайте наконец послушаем тот самый звук. Еще один привет из прошлого, а для многих – из детства. Международная компания Sega до 2001 года производила видеоигры и ранее оборудование для них. И сколько прекрасных эмоций эти ребята нам подарили. До сих пор от тех самых звуков мурашки бегут по спине, даже если звуки максимально простые. Да ладно, чего уж там. Они все действительно были простыми, но мы все равно любили их такими. Как этот, например. Некоторые поклонники называют его «пением ангелов Sega». Ладно, давайте честно, каждый звук из Марио узнаваем всеми, вне зависимости от возраста. А ведь, казалось бы, первая игра серии вышла аж в 1985 году, 35 лет назад. Ну а самым популярным звуком, кроме разве что главной мелодии, можно назвать тот, который сопровождал прыжки. И вы тоже наверняка его знаете, потому что этот звук прыжка уже вышел далеко за пределы видеоигры 80-х. Сегодня он настоящая легенда. Кто бы мог подумать, что обыкновенный звук старого принтера может быть таким знакомым и даже приятным слуху. Между тем, сегодня люди не только узнают эти странноватые скрипы с закрытыми глазами, но даже используют их для создания современной электронной музыки. Это не шутка. Если порыться на SoundCloud, можно найти кое-что интересное. Говорят, если дать современным детям дисковый телефон, то они, скорее всего, ни за что не разберутся, как им пользоваться. Почему-то этот факт очень забавляет старшее поколение. Что ж, нам кажется, что взрослые очень часто недооценивают молодежь. Вместо того, чтобы злорадствовать, уж лучше насладиться чувством ностальгии, которое появляется, когда слышишь это тихое щелканье. И, возможно, на несколько секунд окунуться в свое собственное детство.
Dendy – это игровая приставка родом из 90-х, неофициальный аппаратный клон консоли третьего поколения Famicom. Она была достаточно популярной и относительно доступной во многих странах. Наверняка все, у кого были Dendy, помнят тот замечательный картридж, известный как 9999 в одном. И, конечно, ту прекрасную музыку. Она навсегда останется в наших сердцах. В 1996 году была впервые выпущена программа ICQ – бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями. Обычные мессенджеры тогда еще не существовали, да и до Фейсбука было далеко. А потому люди стали общаться с помощью ICQ. Какое-то время она была невероятно популярна. С ее помощью даже знакомились, наугад набрав номер. Ну а звук уведомления был знаком каждому. Увы, с развитием социальных сетей ICQ постепенно забросили, хотя сегодня она превратилась в обычный, не особенно популярный мессенджер. С 2013 года ICQ имеет 11 миллионов пользователей в месяц, во всяком случае, если верить Википедии. И да, тот самый звук все еще можно услышать даже в последних версиях. Давным-давно, в те далекие времена, когда о Wi-Fi еще даже не мечтали, а высокоскоростной интернет казался сказкой, для подключения к сети использовали dial-up модем и обыкновенную телефонную линию. Даже если слово звучит непонятно, вы наверняка узнаете безумно странные и даже неприятные звуки, которые он издавал. О да, эти звуки можно узнать из тысячи. Кстати, они называются Handshake Audio. Так при модемном подключении как бы здороваются два модема. Приветствие заключается в диагностике вызываемого модема, его идентификации, а также настройке скорости подключения. После того, как приветствие состоялось, модем отключал динамик, а значит зловещий писк и скрип прекращались. Сегодня с помощью дискет, как и с помощью дискового телефона, вполне можно проводить тест на возраст. Наверняка наши более юные зрители сейчас не совсем понимают, о чем идет речь. И это нормально. Прогресс не стоит на месте. Между тем, в течение более чем двух десятилетий дискета была основным используемым внешним устройством хранения данных. Никаких флешек, никаких облачных хранилищ, практически никакого интернета. Все пользовались дискетами, а этот звук был самым привычным и знакомым из всех, который только мог издавать компьютер. На память о том времени остался только символ дискеты в интерфейсе многих программ. Он всегда означает кнопку сохранения. EA Sports. It's in the game. Многие ругают Electronic Arts и, возможно, за дело, но как бы там ни было, именно эта компания разрабатывает и публикует спортивные видеоигры, популярные во всем мире. А чем популярнее игры, тем более знакомыми кажутся звуки. EA Sports. It's in the game. Узнали? Согласны? Между тем, самый первый вариант заставки был создан еще в 1993 году вместе с FIFA International Soccer. EA Sports. It's in the game. Как говорится, почувствуйте разницу. Или ностальгию. Тут уж как получится. Псс, дружище. Хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на TechZone и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично!